Ого-го, столько новостей и сообщений разных. Голова кругом. А что из них правда? Ума не приложу. Бабуль, так сразу никто не разберется. Но и верить всему, что смотришь, слушаешь и читаешь, тоже нельзя. И как же быть? Ведь хочется быть в курсе событий. Чтобы отличить правду от лжи или фейка, нужно использовать важный инструмент медиаграмотности – факт-чекинг. Факт? Чего? Факт-чекинг, бабуля. Это проверка достоверности информации – фото, видео и аудиозаписей. И как провести этот ваш факт-чекинг? Запоминай. Главное – придерживаться 5 основных правил. Ищи первоисточник или подтверждение информации из нескольких независимых источников. Например, найди очевидца, записи с аудио или видеорегистратора. Второе. Узнай позицию противоположной стороны. Она может серьезно отличаться от той, которой ты владеешь. Третье. Распознавай фейки. Проверяй написание имен, профессий и званий упомянутых людей. Сверяй даты, названия и адреса. Проверяй ссылки, которые упоминаются в новости. Убедись, что новость не является шуткой. Четвертое. Проверяй текст на эмоциональность и объективность. Помни, точность фактов важнее сенсации. Пятое. Ищи подтверждение информации, найденной в соцсетях, минимум в 2-3 источниках. Ох, непросто мне будет этому всему научиться. Но ты ведь поможешь, внученька. Ну конечно, бабуля. Факт-чекинг – единственное оружие против фейковых новостей, непроверенных данных, опечаток, передергиваний и лженауки. Принципы факт-чекинга – независимость, беспристрастность и точность.